Физкульт-привет, друзья и ученики! Хочу поделиться с вами интересной новостью о сайте hmgym.ru, где выложены все мои работы в виде статей и видеороликов. Все в абсолютно бесплатном доступе на абсолютно любой вопрос, который вас интересует касательно бодибилдинга, тренировок, восстановления, питания, сна и отдыха в целом. Кстати, недавно вышла новая статья о крепатуре, где я рассматриваю данный вопрос совершенно с другой точки зрения, который обычно принято рассматривать в интернете или о чем вам говорили ваши инструктора. Основная мысль данной статьи о том, что прогрессирующая силовая нагрузка укорачивает мышцы, что со временем приводит к разрыву, а иногда даже отрыву мышцы от кости, уже даже от привычной для них работы. Чтобы избежать этого, необходимо возвращать мышцам их обычную эластичность и размер путем ежевечерних растягивающих упражнений. Не пропустите статью. На все другие статьи вы просили сделать поисковик. К сожалению, платформа сайта не позволяет этого сделать, но я нашел выход. И на все, абсолютно все статьи, которые выходили, выходят и будут выходить, появились ссылки на самом сайте. Вам легко будет найти нужную для вас статью. Обязательно посмотрите. Если у кого-то появится желание сделать подобную работу касательно всех видеороликов, выложенных уже на сайте, то я буду вам признателен, и, возможно, даже вы получите какой-либо бонус, полезный, приятный бонус от меня, от канала Heavy Metal Gym. Всем спасибо, друзья, следите за нашими роликами, статьями, пишите в комментариях вопросы, темы, которые вы хотите обсудить или увидеть на страницах нашего сайта в статьях или в видеороликах. Всем удачи, сохраняйте свое здоровье, грамотно тренируйтесь, и будет вам сила, масса и здоровье.